Сейчас начнется. Все. Началось. Да, я же иду вот в сад. Здесь такие красавцы пионы. Розочки вон на стене. Что мне сейчас остается делать? Зимой сижу в доме, летом хожу по саду. И что ты туда забрался? Пионы нюхал. Периметрщик. Бурно цветет весной и все. Сейчас уже цветение все меньше и меньше, и уже как бы показывать особо нечего. Сейчас уже больше начинает не цвести, а созревать. Клубничка созревать. Черешня. Вот иду и показываю. Что тут у нас? Тамариск отцвел. Кувшинки зацвели, вот. Пойду покажу кувшинки. Траву недавно покосили, уже вон опять какая, видите? Мирка. Покажем кувшинки. Федя вот сидит, грустный. Давайте я по этой стороне пройду. Здесь белые кувшинки. Вот они. Ну, листики перестали есть что-то. Видимо, молодые были. Может быть, рыбки на нерест шли. Терка была. И пострадали. Сейчас процесс этот остановился. Видно. Вот еще кувшинки. Я кину, конечно, корма. Ну, будет ли рыба? Не знаю, в других водоемах кидаешь булку хлеба, они на метр выпрыгивают рыбы. А здесь специальный корм. Собачкам нравится. А рыбы к нему равнодушны. Да, кувшинки, конечно, очень красивые. Парочкой прям. По-моему, рыбы подошли, что-то там плеснулось, нет. А здесь у нас пионы, трава. Лёга не успевает, конечно. Ну, тел много разных. Клубничка, вот она. Везде под листиками прячется. Открываешь, раз, она вон она. Ты же все равно не ешь клубнику. А ходишь, топчешь. Вот она, клубничка.
Вот розочка спряталась. А вот это зеленые розы, помните? Я их каждый год показываю. Живые. Вот и все, пожалуй. Еще пройду здесь вот. Черешня. У нас пионы по всему саду. Вон там пионы белые. А черешня в этом году, видите, какая, вот все. Это не черешня, пропала. Что-то ее съело. Будем в этом году без черешни. Нет, там наверху есть плоды целые. Будем с черешней. Ну вот, видите, что с листьями получилось. Марсик пытается исправить ситуацию. Поливает дерево, видите, под деревом. Ну, вот такая вот печальная история. А там наверху есть, вон они, плоды. Абрикос вообще не видать. Да. Вообще Кубань это, как бы сказать, зона рискованного земледения, земледелия. А это вот посадили павлоню, но что-то она не принялась. А вот это павлоня. Вон она, видите. Уже метров на 7, наверное, в высоту. Такая большая. Ну вот забор 2 метра, представьте. И еще столько же добавьте. Около 7 метров будет. Пошли. Серега что-то делает. Кротовые кучки собирает. Кроты нападают. Средство, запомню, закончилось от кротов. Так, Мирка, Мирка, быстрее, я ролик заканчиваю. Сигнал определенный. Вот так постучу. Тут как тут. На. Марсик, держи. А это я, Александр Дог. Приветствую, землян. Серега, не уходи пока, я сейчас к тебе пришел. Сейчас я закончу ролик. Воздух для рыб. Ну что, земляне, покормил собачек, покормил рыб. Буду заканчивать ролик. По традиции и по просьбе зрителей, они сказали, что вы нам материальное благополучие желаете, желайте нам всего. Ну вот, желаю мужикам невест, женщинам мужей, бессемейным семьи, а семейным, чтобы крепкая была семья. Ну, в общем, чтобы дом была полная чаша. Вот. Как-то так. Вот. Вот как вот эта чаша, видите, водоем. Вот так, чтобы и дом был такой полный. У каждого.